уже сумели, да, рассмотреть и оценить. Авторам предоставим слово. Они несколько слов скажут о том, как они вот вышивали, что их вдохновило на творчество, когда они начали этим заниматься. И потом у нас такое будет дружеское застолье, масленица, вот эта неделя, плавно там цепляющая 8 марта, да, девочки тут собрались, и мужчины в гости к нам пришли поздравить нас с этими праздниками. Ну, наверное, Александр Николаевич, слово предоставлю вам и вашим юным талантам, музыкантам, детям. Так, Перевалова Маргарита исполнит песню «Голубой вагон». «Голубой вагон». А зовут тебя как? Маргарита. 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 Thank you.
Танец Янич. Опа. Кто там, Оля? Он польский, чешский.
Ром, ты услышал? И наша любовь. Мы все тебя любим. Очень. Просто умничаем.
Состоявшийся музыкант, он уже играет, все уже то рыдают, то танцуют, кто как. Але Михайловне повезло больше всех, я думаю, вот бы сейчас танго, но я не умею.
А ее там не видно, поэтому она танцевала. Марина Михайловна, мне приз! Марина Михайловна, приз! Так что да, в твоем лице ваше. Александр Николаевич, делаем. Ну, браво. Да, вопрос. Да, Володечка, здесь. Интервью. Тихо. Давайте, ребята, все выйдем вот сюда. Все, Александр Николаевич, огромное вам спасибо, бурное аплодисменты. Зайдемте, мы вас угостим блинами. Там вкуснее. Там больше. Да. Там лучше. Ну, здесь бутафорский, там настоящий. Да? Давайте туда чуть-чуть. Давайте. Все, 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 все,
Я ножки приносила. Давай ножку. Так, так надо разрезать. А чем? А вот нож. Видишь, вот нож. А почему он не режет? Так, сейчас мы за чашки. Не режет, что ли? Держи. Чай буду. Почему нету? Я точно с Москвы приехал, а Россия один, да. Пока еще не разорили школу. Сейчас выпивали, захочет. Да, уже давно. Лариса, хватит писать пожелания, столько не сбудется. Я думал, пожелания пишет на 8 марта. Мария Степановна, хватит работать. Друзья мои, дорогие мои, любимые мои, у нас еще официальная часть не закончилась. Мы еще не начали. Давайте. Не было еще. Да, у нас еще не было открытия выставки нашей. Ждем. Терпеливо ждем. Просто отпустили детей. Да, тут уже, говорит, с чего начинаем уж очень выпить, хоть и пить. Как правильно сказать? Пить, да? Да, потреблять. Попить, попой. Давайте употреблять. Посмотрите, друзья, какие у нас шикарные работы сегодня на стендах. Вы видите, что каждый раз у нас стенды обновляются, да? То у нас тут морская тематика, то у нас... Все что угодно. Мы убрали сейчас, сняли живописные работы, и теперь не менее живописная выставка у нас на стендах нашей библиотеки в читальном зале. Автора у нас 4. Одного молодого человека мы уже отпустили с конфетами и блинами, да. А еще вот сидит вдохновитель молодого человека. Скажи два слова. Солнечная ты наша. Как ты пришла? Вот, и какие работы? Вот, проблематично будет, да? Нет, я отсюда, чтобы вы видели, поймете. Вот волки. Без этим сразу не все. Волки дальше. Волки. Это я сделала подарок мужу за 2 ночи на 23 февраля. Он, конечно, обиделся, что я ему волков подарил. Ну, вы как объяснили, а почему волки? Как вы ему объяснили? Потому что они очень верны. Сделали за 2 ночи. Они очень верные семьянины волки. Поэтому с намеком. Мы с мужем родились год лошади. И вот у меня в прихожей висит вот лошадь с жеребенком, а то я говорила с ягненком. Ну, это символ нашей семьи, как пашем, как эти самые, как лошади. Теперь дальше, ну, ребенка уже вы моего внука видели. Вон павлинчик со стразами.
Нет, это не бисер, стразы. Так. Это ж вот надо каждую стразинку, да, как-то пинцетиками. Нет, нет, нет. Или это секрет? Они одинаковые, но другие. Пинцетом или не пинцетом, это секрет. Это пинцетом. Пинцетом, да. Стразы пинцетом. Хоть такие вот в матовом исполнении, хоть в таком. Да, пинцетом там специально это самое. Глаза. Теперь на этой стороне вот три иконы. Это бисером вышивала. И вот ниже Путин на портрете. О, я уже селфи сделала. Это браво. Символ нашей. У нас в семье вообще Ленин, Сталин и Путин. Браво. Все. Другого не будет. Солдаты государственности. Мы лошади. Да. На всех пашу. Занимаюсь по ночам. Я понимаю. Днем нельзя. Днем некогда. Самое непонятное. Домашняя работа. Видите, как я Владимира Владимировича под годами, да? Я к ноябрю месяцу, ну мы договорились, у меня еще в работе много бисером картин. Вот. Сделаю, сделаем это самое. Сделаю тогда. И много я увезла в Ростов родственникам картин бисером вышитых. Иконы всех иконами снабдила. Да, обычно такие люди любят раздаривать, да? У них нет какой-то коллекции, которая пылится там где-то. Хотела одну картину, которую увезла в Ростов, хотела повесить дома. Красивая зима, домик в деревне, часовня, ну, очень красивая. Муж говорит, куда мы ее будем вешать? Ну, я ее свернула и отвезли в подарок. Всем здоровья, счастья, улыбок, весны, цветов, море цветов и солнца. И мирного неба на земле. Ну, я Мельникова Валентина, вы меня все знаете прекрасно. Васильевна. Васильевна, можно так, уже возраст позволяет. Нет, это дети по имени отчества представляются. Она можно просто. Нюшка Валентина. Смотрите, у меня самая первая моя работа вообще крестиком, я начала, мне очень хотелось научиться крестиком вышивать, там определенные правила есть, несложные, но все-таки правила. Я без всяких книжек, без ничего, вот хочу и схватила эти нитки полушерстяные и начала вышивать. Если посмотреть изнанку вон той работы, которая в золотой раме, Божья Матерь, да? Вот, Божья Матерь. Да-да-да, это вот самая-самая первая моя работа крестом. Если посмотреть изнанку, если посмотреть изнанку, вы ничего не увидите. Спрятала, не покачала, да? Спрятала изнанку. Когда я принесла на оформление, тогда было с багетными мастерскими очень плохо, их было мало по городу, я искала, еле-еле нашла. Но зато рама деревянная итальянская. Надо взять на заметку, потому что рамы деревянные сейчас баснословных денег стоят. Значит, смотрите, мои хорошие, сейчас пластик в основном. Но что я хочу сказать, вот эта картина, она как первая, ну, конечно, дорога, как первая работа. Но с изнанки, если так вот действительно к ней присмотреться, там такое творится, что мамочка моя дорогая. Поэтому ты и закрыла. Не будем. Нет, они закрываются. Самое главное лицо. Ну, можно я, Валюшечка, перебью? В доме Москвы, когда была выставка и работы оценивались и награждались очень солидными призами, там всю изнанку, вот у кого была закрыта, все абсолютно открывали. И некоторые работы, как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны выглядели. Это вообще потрясающе, это что-то необыкновенное. Я знаю, о чем говорю, потому что, ну, я знакома с этим творчеством. Вот. И поэтому изнанка, да, изнанка очень... Кому она нужна? Кто его знает? Ну, вот, для домового. Домового он подглядывает там. Да. Но оценивается вот очень строго именно не только лицевая, но и изнаночная сторона. Совершенно верно. Значит, в крестике там определенные правила есть, ну, там, переходить с ряда, из ряда в ряд, ну, в общем, не будем подробности изучать. Работа была выполнена, слава Богу, я такая счастливая была, все оформила. Вот, следующая работка моя тоже шерстяными нит, полушерстяными, акрилы с шерстью. Вон та работа, что возле Татьяны, нет, вас, да-да-да, корзина с корзина с фруктами натюрморт, тоже это вторая уже по счету, ну, тоже не очень такая в качестве. Вот здесь по подбору ниток, ну, по картинке просто подбирались нитки, не в наборе, а просто вот где Дева Мария тоже как бы с малышом, ну, с Иисусом.
Вот. Но можно сказать, что это просто женщина, да, то есть к нашей сегодняшней теме как раз. Вот это уже была третья работа. Мы пошли, там разные всякие. Вот стразы мне немножко побаловалась, вот где птичка, да. Но стразы меня особо не вдохновляют, там просто тупо наклеиваешь их и все. По-своему оно тоже интересно смотрится. Ну, знаешь, Валентина Васильевна, кто тупо наклеивает, кто творчески наклеивает. Ну и дальше там вот это, где снеговик в черной шляпе. Такой. Вот он. Да, изысканный снеговик. Там ангелочек выглядывает. Тоже подкупила меня эта картиночка. Я ее сделала довольно быстро. Вот. Ну и бисерное шитье. Внизу ромашечки, небольшая работка. А вот, что ну, очень было? Солнечная, да? Такая светлая. Да. Светлая. Потом побаловалась немножко ленточками, вот она, себе немножко. Это очень красивая картина. Ну, такая работа может быть выполнена дня за 4. Вот эту работу ты за сколько сделаешь? За 4 дня. Девчонки, вы болтаете? 4 дня работы. Мы слышим. Насчет моновыставки, буквально два слова еще задержу. На Мацелине она у меня сейчас находится, то есть рамочку я заказала, естественно, нет деревянной, потому что там, ну, вы понимаете. Валя, сейчас мы прослезимся, сбросимся тебе на деревянную рамку. 60 на нет, я не к тому, чтобы сбрасывать. Это не принципиально, деревянная или она пластиковая, она тоже очень красивая из пластика. Ну, домовой-то знает. Домовой знает, да. С чего? Поможет. Там будет тоже такая религиозная несколько тема. Татьяна Олеговна уже видела полуфабрику. Готова, видите? Готова, так что приходите, посмотрите. Человек талантливый, талантливый во всем. Ну, буквально несколько слов о горлушке. Вот такая. Я такую горлушку не видела. Валюшка приходила, вот на такой играла. Ну давай. Смусуйте. Ой. Да, ты за большой полезла. Да. Она это а маленькая что? Вообще, это у тебя флешка тоже гармошка. Можно играть, в принципе, там несколько нот брать. Но то есть это украшение? Да, я вообще не училась в музыкальной школе, не знаю ни единой ноты. Но мне очень нравилось всегда с детства, еще я хотела учиться музыке, баян меня привлекал. Я очень любила рисовать на листочке бумаги вот этот скрипичный ключ. Я его уж выводила всяко-разно, мне так нравилось это все. Но дальше из скрипичного ключа пошло, там по кое-каким причинам. Вот. Но когда человек растет, взрослеет, да, он все равно оставляет в себе мечты своего детства, я так думаю. Вот. И они рано или поздно воплощаются, пусть даже не шедеврально, пусть там просто так для себя, для души. Где-то родственникам что-то происходит. Удивитель своих знакомых, которые на огороде копаются, и вдруг слышат какие-то такие интересные звуки. О губной гармошке можно говорить, конечно же, бесконечно. Ее история начинается с 1821 года, когда некий Бушман, я забыла, у меня есть шпаргалка в кармане, но я забываю имя. Ну, фамилию не запомнила, потому что фамилия такая легко запоминается, Бушман, да? 16-летний молодой человек по фамилии Бушман. Тань, принеси шпаргалку. Где? Или так, без шпаргалки. Да, без шпаргалки. Подумаешь, без этого все равно забудем. Я не помню, кто он там по национальности, может, не суть важна. Наш человек. Наш, конечно, наш Бушман. Так вот, этот молодой человек создал музыкальный инструмент. Находилось там, наверное, десяточек дырочек и язычков, которые инструмент этот играл только на выдох, на вдох не играл, как более современная гармошка. Вот. И он очень гордился своим, ну, так сказать, изобретением. Прошло некоторое время, он даже такое письмо брату своему писал об этой гармошке, что
Она, значит, инструмент этот очень интересен и может выдавать 21 ноту. Ну, то есть полутонат. Я не музыкант, не знаю, может, что-то неправильно говорю. Но это Александр Николаевич тактичный, а нам рассказывает. И смысл, еще он гордился тем, что вот эти звуки можно было издавать до бесконечности. Сколько вот музыкант пожелает, сколько у него в легких воздуха, и вот на выдох играл. Ну, это, да. Ну, можно и дальше вдохнуть Конер. Или его в Германии называют, он немец по национальности, его называют Хохнер. Матиас Хохнер создает свою губную гармошку. То есть здесь уже было, ну, то есть этот инструмент имел возможность издавать звуки как на вдох и так на выдох. Вот. У меня в руках одна из хохнеровских гармошек, чисто немецкая. Вот она очень красиво играет. Но по сравнению со свистком, то конечно, да. Ну, это, кстати, Little Lady, маленькая леди. Ну, что я еще так вот разыгралась, ладно, уже расскажу, разговорилась, точнее, играть буду. Не девочки, тихо. Хлопать не надо, самая первая мелодия, которая была с трудом, изучена мною, с большущим трудом, называется «О, Сюзанна». Незнакомая, чтобы не молчали, не спорьте. Да, но ритм сейчас забьется. Значит, с четвертой дырочки там на... А я объяснила, не могу играть, когда я это рассказывала. Тихо, я сбилась. Мы даже и заметили. Валя, я просто тебя.